увеличилось даже наши прогнозы. Отсканировать QR-код. В данный момент мы просто подносим, и оно ищет в информационной системе. Фото мехового изделия является необязательным атрибутом. В этой связи номер КИС указывается в обязательном порядке. Более точно, шуба из норки, модель, потом разновидность, то есть модель, воротник, размер, длина, норка и этот, страна-производитель. То есть потом страна-производитель, производитель, нет данных, бренд. Если эти атрибуты являются необязательными, то есть если есть бренд, условно говоря, это Louis Vuitton, то здесь он будет указывать бренд. Страна экспорта — Российская Федерация. То есть на данном этапе эти меховые изделия промаркированы как остатки, и все они являются остатками. Это для потребителя же, как я уже говорил. Вот совпадают сведения, номер КИС, код ТНВ, длина 95 сантиметров, цвет пасты, меховая фабрика «Армада». Все. Страна-производитель тоже указывается. Страна-производитель, страна экспорта.